Пожилым людям с инвалидностью трудно заботиться о себе, поэтому им очень нужен помощник. А тех, кто заботится о них, поддерживает государство. Если вы не работаете и при этом не получаете пенсию либо пособие по безработице, можете оформить выплату по уходу за человеком с инвалидностью первой группы, пожилым, которому нужен уход по заключению врача, человеком старше 80 лет. Заявление можно подать тремя способами: через личный кабинет на портале госуслуг, через соцфонд и МФЦ. Информирует телеграм-канал Красноглинского района. Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно узнать в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары или по телефону 332-07-64. Со 2 по 4 февраля в поликлиниках Самарской области проходят профилактические мероприятия «Дни семейного, женского и мужского здоровья». Цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет – один раз в 3 года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. В рамках взаимодействия с молодежной избирательной комиссией Самарской области в Библиотеке народов Поволжья состоялось мероприятие для студентов Самарского социально-педагогического колледжа. Впервые голосующим гражданам рассказали об избирательной системе России, истории выборов в стране, о способах участия в голосовании, пишет телеграм-канал Самарского района.